Всем привет! В этом видео покажу семена цветов, которые представлены в гипермаркете Ашан в Меги «Белая дача». Ссылку на видео с семенами овощей и зелени оставлю под этим видео в описании. Также оставлю там ссылку на товары для сада, которые представлены в этом Ашане. Также в скором времени появится видео с ассортиментом почвогрунта, удобрениями, с препаратами обработки растений. Все это будет добавлено внизу под этим видео, в описании ссылка. Также можно будет посмотреть все эти видео в плейлисте «Все видео». Там вы обязательно их найдете. Семена настурции 15 рублей, 18 рублей, мирабилис 17 рублей, отличное растение, цветет просто божественно, пахнет по вечерам. Очень много семян цветов представлено по разным ценам, но и при этом большое очень разнообразие по сортам, по видам цветов. Я уверена, что вы сможете найти для себя что-то подходящее. Вот здесь стенд с петуниями, 27 рублей это грандифлора, вот также 23 рубля, фиолетовые, розовые, махровая петуния 37 рублей, но махровые они всегда подороже стоят, 10 семян. Также петуния крупноцветковая танго алая, в общем громадное разнообразие. Там дальше еще будет стенд с цветами. В Ашане не совсем все как-то удобно сгруппировано, но как есть, так и есть. Вот опять махровые петунии, красная и темно-фиолетовая. Вот здесь смесь розовых с фиолетовыми. Но вы знаете, в семенах, конечно, иногда попадаются и другие цвета. Вот я в предыдущие годы выращивала петунии, и несмотря на то, что на пакетике нарисован один цвет, все-таки попадались и другие. Брала разные фирмы и везде одно и то же. Не знаю, может быть, мне просто так не повезло, но вот был такой момент. Ну, вот здесь семена сальвии, 10 семян в пакетике, 27 рублей стоит. Так, что еще? Агератум 15 рублей. Далее алисум, очень классное растение, 17 рублей стоит. У меня до сих пор оно само себя насеивает. Я однажды посадила, года, наверное, 4 назад. И вот с тех пор оно однолетнее растение, но оно постоянно насеивается и вырастает каждый год. Пахнет очень вкусно, у него медовый аромат, очень привлекает пчелок. Ну, обязательно попробуйте, советую. Дальше идут у нас астры, 15 рублей, разные сорта. Так, дальше у нас идет бальзамин, 19 рублей. Вот махровый бальзамин, 45 рублей. Опять бархатцы, 15 рублей, 37 рублей, 19 белые. Альбатрос, прямо стоячие. Хочу попробовать такие. Старалась снимать максимально, чтобы было видно сорт и цену. Не успеваю все комментировать. Василек голубой с розовым, 16 рублей. Была у меня такая смесь, очень симпатичная. Цветут практически все лето. Очень хорошенькие. Так, дальше георгины. Душистый горошек, 17 рублей. Семена флокса есть за 16 рублей, есть за 40 рублей. В зависимости от сортов, от разновидностей. Дальше цинния 16 рублей. Тоже разные сорта. Вот 17 рублей. Разные расцветки. Цинния. Розовая, красная, белая, вот очень красивая, 15 рублей. И шульцы, 23 рубля, тоже очень симпатичные цветочки, но они полегают после ветра, после дождя, так что если вы не любите такие растения, то вам она не подойдет.
маргаритка 35 рублей, колокольчики 16 рублей, очень симпатичные расцветки, гвоздика турецкая 15 рублей. Шток роза 17 рублей, красные, фиолетовые. Так, вероника голубая 17 рублей, очень симпатичная, с розами будет великолепно смотреться. Опять гвоздика 15 рублей. Дельфиниум 28 рублей, 10 штучек. 30 рублей тоже 10 штук. Фиалка рогатая, куколка. Далее невяник наибольший. Вот хочу такие приобрести. 17 рублей. Невяник такой махровый, тоже очень симпатичный. 20 рублей, точнее 22. Опять дельфиниум белый, 30 рублей. Очень много разных цветов, как вы видите. Такое разнообразие, глаза разбегаются. Не знаю, что выбрать, все хочется. Подсолнух декоративный 14 рублей, флокс, цинния 15 рублей. Дальше опять у нас идут петунии вперемешку с астрами, с цинниями. В общем, хотелось бы большего порядка, но как есть, так есть. Опять петунии синие, бордовые, совершенно разные расцветки. Астры, бархатцы 13 рублей. Опять повторяются и бархатцы, и петунии, все вместе. Далее идет стенд вот с такими семенами в белых упаковках. Они по 10 рублей, более бюджетные, так же как и семена овощные, которые я показывала. В таких белых упаковочках они побюджетнее, чем все остальные. Бархатцы, настурция, петунии разнообразные. Вот здесь по 20 рублей петунии, есть по 10, по 12 рублей, в зависимости от сорта. Ромашка 10 рублей, душистый томат, у меня уже все, заговариваюсь. Душистый табак 10 рублей. Также самые бюджетные семена, которые я уже тоже в предыдущем ролике показывала, это марки Ашан. Посмотрите на цену. Рубль 59 и там 2 рубля, грубо говоря. Ничем не отличаются от всех остальных. Очень качественные, очень хорошие. Стоимость просто прекрасная, считаю за даром. Тоже совершенно разные виды цветов, и матиола, и астра, и цинии есть, львиный зев, флокс, душистый табак, очень много разных, присмотритесь. Василек, астры, они, конечно, в менее привлекательных пакетиках, таких сереньких, но нам же главное содержание. Надеюсь, видео было для вас полезным. Всем пока, до новых встреч!